Всем привет! Мы продолжаем играть в Trail Out. Стримы проходят у меня на Твиче. Заходите, чтобы не пропустить полное прохождение без пауз и чтобы не ждать следующую серию. Пойдемте дальше. Мы победили Джо Бумера. Зумера, Думера. И сейчас у нас идет Соня Масс. Следующий наш список. Пойдем дальше рубиться. Надо будет перед двумя последними паузу сделать. Ладно, уже не буду откладывать игру, да пройду ее. Даже так косячно и то проехал. Еще награды не получили за бумера-то. Фэмили. Ты не сделал бумера дважды. Круга, блин, дартс. Дартс я вообще не люблю. Я очень долго на нем просидел. Блять, 6. Чуть в сторону и заебись бы было. Не долетело.
Блять, ну не в 5 же. Немного не понимаю вообще, как тут все делать. Да какой, блядь, 6? Рестарт. Ударцы это вообще тут. Блять, какой 10, сука. Восемьдесят четыре хорошо, но недостаточно. Блять, это 6, и я ебал ее. Сука, 38. Сейчас он ногой ебнул туда. Три, блядь, я сразу перезапуск. Блядь, можно этот час нахуй потратить на эту хуйню. Сука, как же горит нахуй очко.
4. Даже нахуй не рядом. Недолет. Я вот вообще не понимаю, как здесь ориентироваться. Просто наугад. Охуительно просто. Шесть. У него 89, блядь. Надо куда попасть? Блядь. Я мог выиграть. Если бы ниже взял, я забыл. Десять, блядь, сука. Сука, два, блядь, два нахуй. Как же я, блядь, ненавижу этот дартс. Уже босса, блядь. Два. Два, блядь.
Мы с ним 10, хорошо. Сейчас он ногой не попал в 40. Ладно. Попаду в центр. Хуентер, блять. Спасибо, капот. Это пиздец. Что это за хуйня, блядь? Два, блядь. Не, эту хуйню надо было больше им делать. Это, да, блядь, вообще ад нахуй играть. Есть, блядь. Кошмар какой, блядь. Мне пришлось выучить, когда мне надо нажимать вперед, блядь. После какой точки. Пизду, короче. Я поэтому в Flatout 2 не хочу играть. Там куча этих игр, а я ни в одну там не могу играть. Тут хотя бы просто. И то. Для меня, блядь, вообще непросто. Я думаю, тобой выбран неправильный ангар, вот, для любителей желтых машин на свалку. Я и так на свалке. Знай, это будет твой последний фестиваль, Михалыч. Я так думаю каждый раз, когда лечу из окна. Чека, я тебя просто предупреждаю и советую уйти с дороги. Удачи тебе. Эх, черт, он меня изменил. Тобой выбран не тот ангар. Так, тут три годки. Это обе закрыл я. Прорыв, доминация. Доминация вроде бы... Убить всех там надо. И тут то же самое. Первый раз я когда ставил машины, я ставил не на рейтинг, ой, не на... Ну, короче, не на рейтинг, а на деньги. Это была ошибка. Денег вообще тут валом.
Блин, это было попроще. Повезло просто. Блин, 4 часа, блядь. Уже стримлю. На серии минут 20. Вот с Женькой сидим. Там вроде лютые кары какие-то должны были открыться. Ну вот, например, бэшка крутая для дерби. И это быстрая, но я ее покупать не буду. Надо будет вот эти две купить. Ставлю на зарядку. Где она тут? Опа. Все, висят. Происходит, блядь.
Ну да, я на этом джипе перевыполнил. Он хотя бы едет. Монокласс. Блин, тут картинг, что ли? А, нет, это просто... Ну, это хуже. Не хуже, они прыгают. Ладно. Дали жить. Фу, бля. Еще и целый приехал. Вот, а, нет. Ну ладно. Прорыв. Ну там классная карта будет. Хотя может на картингах. А, нет, там не на, не на картингах вроде, там жестче.
Ебать, я уже круг проехал, он только выкарабкалась. Побит рекорд. Блять, опять лагать будет. На тебя два ствола, блядь. В три. Ебать! Аутодрому.
вроде на этих, на колясках, да. Они лютые. Козел, конечно. Ебать. Не, все, движок поломан. Ебать, он въебал. Даже толкаться не пришлось. You
Она еще и быстрая, блядь. Римас. О, уже лям. Так. А у меня уже масс. Тачки нету. Тачки у меня нет. Нет у меня тачки, бля. Ну тут жестко. Басит. Оп. Thank you.
мне что-то с рандомом свезло. Прям легенько прошлось. Чем ты его так грузишь? Что за игра такая? Мне надо совсем чуть-чуть. Поэтому свободный заезд. Вроде кросс. Да, это кросс. Что, без колеса, что ли? Блин, там 100 тысяч надо набрать. Что-то не понял, что достижение светится.
Ебать их там. Ебать, он меня протаранил на последний. И вот что ты так захерачила там? Ну все, теперь точно хватает. Машину выбрать хочу. Ее сначала надо было починить. Ну тут она легкая, ну прям вообще легкая. Михалыч, ничего личного, это просто гон. Блин, я ее так по чуть-чуть таранил. Вот. Езди тут, блин. Давай, блядь, разгонись уже. Нормально, нормально. Я сейчас ее сами затолкаю там. Блять.
Ебать, он меня вшатал. Она где? А. По сравнению со всеми остальными, это так. У нее только гонка жесткая может быть. Я забираю все. Да пожалуйста, у нас их куча в департаменте. Гордыню у тебя точно не заберу. Михалыч, ты реально ничего не замечаешь знакомого, странного? Меня не помнишь? Ты о чем? А так даже может лучше. Тебе обязательно получится победить Вудса и забрать кубок. У тебя это получится еще раз. В смысле еще раз? И при чем тут Вудс? Мне надо идти. О чем она? Я глушитель чистил, а? Все очень интересно, но ни хрена не понятно. Ну, тем, кто на Ютубе смотрел, спасибо. Большое спасибо. Чтобы смотреть стрим полностью, не пропускать его, подписывайтесь на мой Twitch, подписывайтесь на YouTube. На Ютубе выходят отрывки, нарезки. На Твиче полнометражные стримы. Иногда, вот как сегодня, с полным прохождением. Я сегодня все-таки, наверное, полностью ее пройду. Так что, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.